Итак, привет, дружище, здравствуй, приветушки тебе, усаживайся поудобнее, про пельмени не забывай, лайк свой княжеский проставить не забывай, давайте поставим цель в 1000 лайков, я буду вам весьма благодарен, подписываться не забывайте, жду вас сегодня на стриме по битве замков, а после битвы замков, как обычно, пойдем GTA RP, что у нас получается, я нахожусь на аккаунте бездонатном, это мой второй аккаунт, пельмени, играю без доната. Доната, вот, да, вот кто хочет, да, с нуля, без доната, рублюсь тут, и, как бы, сегодня мы в этом видео, но если вы поставите очень много лайков, мы откроем ништяки, пройдем сейчас по акциям и уже начнем прокачивать героев для битвы гильдии, потому что пора, друзья мои, менять тактику, потому что, ну, очень грустно сейчас на битве гильдии получается, а у меня все-таки есть и Космо, у меня есть Феникс, да, нету Барда, но, тем не менее, что-то как-то попытаться попробовать, ребята, можно. Так что будем пробовать, наверное, эту сучку надо будет пытаться прокачать на что, на жизнь, ну, не знаю, может быть, на стриме буду делать. Посмотрим, друзья, что у нас получится, да. Что получится, то и сделаем. Проблема, конечно, в отсутствии ресурсов, и даже самая большая сейчас актуальность ресурсов для моего аккаунта, это непосредственно кристаллы героев. Да, привык уже к халяве от разработчиков, но как бы халявы с кристаллами героев было много. Но, как бы, пацаны, все хорошее заканчивается. Все хорошее заканчивается, потому что сейчас этого добра мало. Давайте посмотрим, что у нас есть тут вообще бесплатного. Собери сам, это понятно. Карта богатства. Нанять один героев или слизь. Ой, господи, да без базара, смотри, изи. Изи взял, нанял, да? Вот. Дальше, что у нас получается? Скоро 6-я таблетка будет, и это невероятно круто. Ну, как мне кажется. Правда, ускорялки нет. Подожди, здесь что у нас? А, подожди, ты ж не видишь. Ты там где-то... Ай, подожди, я не знаю. Возьму тебе приближу, да? Видишь? Так, слушай, а давай сразу поставим тогда строиться. Строиться, все, поставим. Так, здесь у нас 14-я, надо 16-й, потому ставим строиться. Остальные тут все строятся. Дальше здесь 16-й. Ага. А, даже смотри, я за... То есть, грубо говоря, то есть 6 рабочих было занято. Ну, короче, я еще одного могу поставить строиться. А, и здесь, смотри, нормально. То есть я совсем закончу. И вот мне останутся вот только... Останется достроить вот только это говно. Ну, ладно. На, золотая херобора тоже делается. Слушай, ну я могу уже на 17 уровень прокачивать. А чё? А чё бы и не да, как бы надо же, вон, 2500 пока что только золото, все медленно. Хотелось бы ускорялок, но ускорялок, как вы видите, нету здесь что? Что мне здесь не закончить? Присоединиться к двум этапам мирового кризиса, господи. Кстати, создать команду, а давай там, не знаю, кого-то выпустим. И таким образом присоединимся, а то уже запарили. Запарили, давай, долбите. Долбите, как вы можете. Вот. Ну, давай, не останавливайся. Ну, смотри. А, все. Начал, сука, выбивать всех. Ну, а что поделаешь? Не, ну, главное, мы квест закончим. Правда, там ерунду заберем, но, по крайней мере, это не будет маячить перед глазами. Понимаешь, в чем фишка? Это не будет маячить перед глазами. А, так. Ну-ка. Короче, все. Сделали. Ко мне вопросов нету. Это мы забираем. Все, оно теперь все готово. Все замечательно. Подожди, а что она не пропала? Мы же вроде все забрали. Подожди. Забрали. А что ты еще не готов? А что такое? Так, события, карта. Это мы получаем. Парящий остров. Жалко, отсюда нет возможности слизь вырубить, да? Собери сам фонтан желаний, сокровищница бога грома, день замка владельца, надо не забывать забирать. А, стой, не сюда. А то я один день забыл забрать, и было грустно. Вот, не знаю, что там на следующие дни дают. С нами редких героев, базар, ежедневный бонус, жара в Castle Clash. Это ж тут же за, да... Тут за бабу леса, счастливое число за бабу леса, значки подсчета.
Вчера хватаечка была нормальная, я оттуда вырубил сундуков. Так, все, забрали. Теперь смотрим, что у нас... О, у нас еще 100... О, 32 тысячи КГшек. Господи, как это кстати. Как это кстати, друзья, а? Как это кстати? Плюс у нас еще 100 штук вот этих вот. Ладно, давай. Смотри, ваши подарки. Открываем легендарные карты. Но это фигня. Но у нас есть блатная легендарная карта. Откуда мы будем мечтать выбить барда. Вряд ли он, конечно, выпадет. Хотя шанс большой. Но я думаю, что нам выпадет все, что угодно. Но кроме того, что нам надо. Да? Так. Гарпия. Плевать на нее. Сундук гильдии. Сундук гильдии. Окей. Дальше. Еще. Окей. Тут что? Мешок с эмблемой Prime. Это хорошо. И даже ремка выпала неплохо. Тут уже 7 уровня. Посмотрим. Ой, какой продать? Ты шо? И, грубо говоря, все говно упало. Ну, отсюда мы что? Книжки, прорывы, коробки. Ну, нормально. Давай открываем. Что-нибудь нам тут полезного надает. Так, окей. Дальше открываем. Ну, здесь, грубо говоря, та же история, но, правда, еще скины дадут. Так, прорыв. Ну, допустим, это мы тоже откроем. Здесь, конечно, ерунда, но что поделаешь. Тут 2000 откроем. Так, нормально. Какие-то скины зданий. Так, редкий и славный сундук. Допустим. О! О, ты посмотри, сколько у меня сразу силы прибавилось. Сколько у меня питомцев появилось, а? Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Илон Маск? Надо, я боюсь смотреть в питомцев, потому что я думаю, там многие уже прокачались, как бы, елки-палки. Так, подожди. Ну, окей, давайте. Ставите паузу, как обычно, лепите лайк, пишите в комментариях, кто выпадет. Я предполагаю, что выпадет дуэлянт, друзья. Но нужен бард. Давайте, я надеюсь, вы уже написали свой комментарий. 3, 2, 1. Погнали! Сука. Надежда как бы умирала последней. Но, пацаны, сами понимаете. Вы как бы, вы не маленькие уже дети, надеюсь, да? Вы сами понимаете, что происходит. Меня рандом... перекинул через одно место, да, да, через одно место перекинул рандом. Так, у нас 123 тысячи силы, а значит, заходим в питомник, супер питомец, так, войти. Что у нас тут? Ангелочек усовершенствовать, улучшить навык. Ага. А, ну, в принципе, нормально. Так, дальше. Вот это чупакабра, улучшить навык. Так, нормально. Смотрите, да, сколько уже подкачалось-то, елки-палки. Уже вот этого, вот это, вот этой херни можно использовать. Давай, полетели. Конечно, странно все это дело, неэкономно. Улучшить предметы. Давай сначала вот эту вот штуку, да, закинем, потом сделаем вот так вот. И начнем вот эту мелочевку сливать. Вот этого, конечно, будет правильнее. Ай, хотя нет, мелочевки все равно не хватило. Так, это Шаара. Смотри, нормально. Блин, снова кашлять начинаю, как видео записывать. С вашего позволения попью невероятный напиток из прозрачного сосуда. Так, и что, я это улучшить не могу? О, тут, посмотри, Рудольф, да, появился у нас. Давай, по полной программе. Это 7 уровень сразу. Угу. Как-то вот так вот, давай. Окей. 195 силы плюсом. Смертушка. Ай, закончилась мана, но ничего, пацаны. Сейчас все будет. Кстати, надо будет на каком-то видосе добраться, посмотреть, что у меня там с супер питомцами. То есть там, я думаю, тоже все очень замечательно. Так, заходим, войти. Смертушка. Улучшить, улучшить, улучшить. Предметы. Так. Делаем вот так. Делаем вот так.
Теперь все хорошо. Надо как бы подзакупиться добра, наверное. Нанять. Слушай, я сегодня и не успел героя прокачать. Сколько времени мы уже сидим с вами? Мы сидим с вами, ребята, 10 минут. Надо еще придумать что-то. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, успеем прокачать. Дальше. Ну, он тут как бы уже готов, да? Вот, в принципе, на эволюцию. Потому я думаю... Думаю, сейчас мы все в темпе вальса замутим. Войти. Дальше. Панчбокс. Улучшаем. 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 Так, тут... Это убираем. Это убираем. Вот это ставим. Все, по красоте. Плюс 130 силы. Тут даже вот это вот говно у нас появилось, мы его улучшаем. Хотя, ну, не то чтобы говно. А, вон оно что. А, вон оно что. Окей, замечательно. Па-па-ра-пам. Так, сюда. Сюда. Подожди, сюда. Короче, что у меня не получается. Вот так вот давай. Все, вот теперь получается нормально. Правда, 52 силы только получили. Ну, слушай, с питомцами это вечная запара. О, цепелина можно улучшить. Вот это, конечно, круто. Это пригодится. Мы еще и навык ему сразу можем улучшить. Это прям вообще огонь. Давай-давай, не останавливаемся. Будет долбить сильнее. Это классно. Дальше, у нас помимо цепелина, что тут у нас? Пегас улучшить. Причем, смотри, сразу на несколько уровней. По предметам. Раз. Два. Так. Оп. Оп. Нормально, все, замутили. Опять же, плюс сила. Как бы сила тут на дрожжах. Вон. Ну, карасик, да. Куда уж без карасика. Ну, вроде уже сейчас должны питомцы закончиться, друзья. И тогда все будет хорошо. Замечательно. Идем дальше. Хотя, тут еще... Тут еще много. Ну, тут просто надо улучшить. Здесь раз, два. Сразу появился навык. Куда уж тут без навыка. Давай уже по-быстрому. Понимаю, уже часть из вас, наверное, перемотали, сволочи. Так, Феникс. Феникс тоже очень важен, он нам пригодится. Потому мы делаем вот так. Мы делаем вот так. И мы делаем вот так, друзья. Все нормально! Нормально, я сказал! Так, Феникса прокачали. Ну, у нас 125 тысяч сил, и остальных как бы у нас еще не появилось питомцев. Тут даже... Ну, даже что-то пришло. Мы возьмем это все, расчехлим. 20 осколков Фобоса. Ну, допустим, хотя Фобос у меня уже... По факту-то есть. Ладно, ладно, давай. Что у нас? Космо. Космо, я даже не знаю, что ему талантом ловить. Ну, давай, во-первых, улучшаем навык. Мы можем это сделать. Ух ты, ёб твою мать, даже не хватает нам на десятку улучшить навык. Твою дивизию. Блядь, мне нужны эти золотые слизи, причем срочно. Срочно! Ты смотри, да, хочу десятку сделать по-братски. А по-братски мне десятку не получается. Блядь, что делать-то? Что делать-то, а? Подожди, у меня тут есть 52 тысячи кгшка. А, ну да. Ладно, блядь, надо думать, что делать-то. Что делать-то, пацаны? На десятки всех качать, не на десятки. Ну, как бы то, что ему ремка нужна, это по-любому. Ремка. Ремка, ремка, ремка. Просветы надо качать в основе. Да, жестко. У меня тут пропусков много, я как бы могу это тоже все нафармить. Но все равно, ребята. Да, что-то у меня как бы все подзакончилось. Все у меня что-то подзакончилось. Ну давай мы сделаем его первым с сотым просветом. Буду его долбить до последнего. Улучшить навык. Предметы. Блять, что делать? Короче, давай плевать, качаем на десятку. Нанять. Нанять за кристаллы. Ну, давай двадцатку сольем. Ну, и что у нас тут? Ну, тридцатка останется на эволюцию, как бы. Ну, вот сейчас хватит улучшить навык, предметы. Вот так вот.
Вот так вот. Да. Все, хватило. Ну, как бы будет стимул для меня больше фармить эти локи. Так, у нас 10 умение. По эмблемам. По эмблемам, да? Подожди, это питомец. Руны. Эмблемы. Что у меня есть по эмблемам? Допустим, ему священный огонь поставить. Или ПД. У нас есть ПД? У меня, кстати, нету ПД. Проклятого доспеха. Или основным ему поставить проклятый доспех. А эмблема уже вот пятая ремочка есть, кстати говоря. А, нужен 71-й просвет. Ну, ух, с тобой, сука. 71-й просвет ему нужен. Понимаешь ли? 71-й просвет ему нужен. Ну, давай. Сейчас мы тебе сделаем, сука, 71-й просвет. Руны. Ну и смотри, еще раз. Ну опять же, то есть это все равно надо героев делать, ну, второй эволюции, да? Первой эволюции для моего плана Барбаросса не хватит. Ну то есть не надо Ронина качнуть, не надо Космо качнуть, не надо Феникса качнуть. Короче, живучих героев. А, Командора. Командора у меня тоже должна где-то быть. То есть мне, по идее, Командору надо качнуть. Ладно, давай, смотри. Блять, времени уже 16 минут записываю видео, господи. А, ну уже 71-й просвет, но ему уже, по идее, можем ремку поставить. Теперь нам надо ему найти проклятый доспех. А, вообще надо его эволюционировать. Опять же, ну у нас есть для этого деньги. У нас есть для этого деньги. Усовершенствовать. 1100. Так, эволюционировать. Так. Окей. Окей. Ну давай, эволюция. Па-бам. Прошла эволюция, добавить опыта. Сейчас по-быстрому мы его долбанем. Так. С маной все грустно. Да, трудно героям просвета. О, что у меня тут? 300 самоцветов. Иди к папочке. Так, тут у нас тоже что-то. Тут у нас все выращивается. А, так. Руны, просветик. А, просветик не могу ему сделать, потому что надо здесь его совершенствовать. Окей. Улучшить навык, добавить опыт. Так. Зеленые книги уже не используем. Можно, в принципе, вот эти книги поиспользовать. Потом вот эти вот. Потом вот эти. Ну, хотя, знаешь, я вам скажу, у меня и золотых книг не так, чтобы очень много. Да, ребята? Не так, чтобы у меня очень много этих книг усовершенствовать. Давай. Сделали. Улучшить навык. Добавить... Ой, не те книги. Золотые книги давай. Добавить опыт. 180-й. Ну и типа теоретически мне как бы его надо оставить до 180-го. Пока что. Проклятый доспех нам нужен. На складе у меня вряд ли есть такой талант. На складе у меня вряд ли есть вообще какой-то талант. Ну, священные огни... Да, проклятого доспеха нету. 147 коробок, это неплохо. Можем себе позволить талант паролить. Ну, давай попытаемся. Ой, подожди, у меня огненка. Вот кому огненку поставить? Огненку. Что, я даже не знаю. Так, на Анубисе. Как бы Анубису можно поставить, но у него уже стоит это. Так. Так он так. Получает урон влечения. Вот фиг его знает. Фиг его знает, кому огненку. Кому огненку. Что давай этому, блядь, поставим. Заменить. Улучшить. Посмотрим, как нам с ним будет играть. А вот сколько у меня этих камней, а? Вот показывал бы перед тем, как... 28 камней. Ну, слушай, а давай. Заодно и протестим бездонатный аккаунт. Судьба.
А у него даже судьбы нету. Я забыл у него судьбу прокачать. Ни хрена себе. Он у меня даже по сути-то без судьбы. Господи, бедняга, бедный некроз. Ужас. Так, давай. Что я ему смогу по судьбе сделать? Снова золота не хватает. Скоро мое добро на складе в виде золота закончится. Улучшить. Так, судьба, давай. Снова золота не хватает. По минус 8. Так, давай, судьба. Улучшить. Да, снова золота не хватает. Это какой у нас? Ну, мы сейчас, походу, ему сделаем. Сейчас мы по красоте сделаем все. Давай. Улучшить навык. Судьба. Интересно, скольким героям я забыл прокачать судьбу? Обмен. Давай, покупаем. Меняем. И что у нас дальше будет? А, все, вот теперь... Точнее, золото заканчивалось, судьба-то ладно. Так, ну здесь как бы... О, здесь я дальше могу прокачивать. Но это надо на стриме дальше смотреть. Окей, у нас космо. У нас главное космо. Хотя сейчас даже, в принципе, и космо не особо надо, да? Долбить. То есть мне надо его сначала аугментировать. Талант ему попробовать поставить. Так, давай. Скорость. Это, грубо говоря, давай допу. Исцеление. Допу. Бог войны. Допу. Утекание. Допу. Самоуничтожение. Допу. Берсерк. Допу. Давай. Хотя у нас уже, грубо говоря, видео длится больше 22 минут. Давайте сделаем так. Вот этот ожог. Ожог, слушай, давай Ронину. Я не помню, правда, напомните мне, я на Тунса. Какой талант ставил Ронину? Тогда заменить. У нас видео сегодня какое-то слишком длинное. Я думаю, давай вот эти вот все действия мы, наверное, перенесем на стрим. Там и аугментируем, там и сегодня все сделаем. Примерно в 10 вечера начнется стрим. Всех, друзья, жду. Вот, посидим. Пообщаемся, да, да. Потому что, ну, как бы мы сегодня пока ништяки открыли, пока туда-сюда все прокачали. Вот на стриме прокачаем космо и будем смотреть. Может быть, будем как-то более сильных пытаться 50% набить, чтобы было хорошо. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую. Не знаю куда. В щеки. В щеки вас целую. Жду в 10 на стриме. Вначале тогда займусь прокачкой пельменя. Вот. Или вот напишите в комментариях. Или было надо растянуть видео на 30 минут тогда. Я не знаю как. Ну, типа вы говорите 30 слишком долго. 20 самое то. И как бы вот видите, не успел. Хотел и ништяки открыть. И вот все остальное. Короче, надо думать. Всех целую. Всем пока.